случай в наши дни. Обычно 5 человек привозит Вегас, и пока, наконечно, сразу же 2 плюс 1 забивает, помимо нее. Под пятым Анна Холмская. И под номером 25 женский баскетбол. Быстрый, с обилием борьбы. Пока из-под кольца отличный мяч забивает Вегас. По ходу сезона в состав Вегаса. И это очень серьезное усиление. Мякшина обкрадывает здесь Холмскую. И вот Малахова против Гордыченко. Хорошая передача на Холмскую, но Мякшина тут чехлит. Нестабильно. Пока 2 из 5 у нее. Появилась на паркете одна из лучших в составе Мистикс. Центровая в последних матчах. Репина здесь трёху попадает. Вот это да. Пробитие двух штрафных. Швецова. Первый мяч уверенно забивает с линии. Первый набранный. Репина 3 бросает. С этой точки до этого попадала Алиса. Сейчас очень неточно. Мякшина! И Мякшина заряжает трёху. Константинова 3 заряжает. И также неточно. Но сама же подбор забирать здесь забивать должна. Да, из-под кольца. Легкий мяч получает. Дыченко находит на дуге партнерку. Дальше Репина. Алиса дальний средний. Великолепно. После дриблинга Репина забивает. Забивает Швецова первый. Часть здесь уже Репина. Репина 2 хороших средних. И трёху забила. Ой-ой-ой. Амур сейчас попадает. Хорошая быстрая атака. И наконец-то вот здесь Александра безупречно. Мистик. Также на паркете. Стоп, не 25, 27, прошу прощения. 21 Беседина. 27 номер. И Трофимова. 3 в 1 атака получится у Вегаса. Легкие 2 очка для Мякшины, разумеется. И 23 на 6. Тон. Швецова. Передачу на Константинова дает. Та в стиле Тима Данкана мяч забивает. Такой классический, так Вардыченко и Ямур. Но выбирается из трудного положения Машненкова. Мария на трехе. Попадает. Очень вовремя сейчас Машненкова. 20. Трофимова, отличная передача. И Гвардыченко. Дарья забивает. Попадать в Вашингтону. Не так много бросков с игры им хороших дают соперницы делать. Хотя бы с линии попадать. Забивает сейчас. Большая атака наконец-то получается у Мистикс. 25-14. Алахова на Швецову. Та против Гордыченко. Но 2 раза подряд Дарья не даст через себя забить. Но здесь пропускают под кольцом 22-го номера. Хорошая атака вновь от Мистикс. И 6 очков подряд пропускает Ченко. Но здесь постраховка работает. Мякшина, трёха, сайдстеп, попадает в Мякшину, очень нужно. Наконечно, там руки подняла, без нарушения, отлично защищалась Александра. Трофимова, какова, под кольцо проходит, и эндуан. И 3 очка в одной атаке, Трофимова забивает. Трофимова со средней, очень уверенно. Но не все. Конечная передача на Мякшину. Хороший фейк от Александры. И прекрасный бросок со средней. Комментирует краску как может сегодня. Ну, в общем-то, как и всегда, Ямур. Разворачивается. Какой спин-мув сейчас от Ямур. Ямур-то тоже... Да. Пока у нас все так же.
как и до этого. Очень спокойный, хладнокровно играет Вегас. Мякшина сейчас великолепную трёху очередили у Константиновой. Больше за рубеж 4 очков пока в составе Мистикс никто не вышел. Ну, конечно, тем временем забивает штрафной. И след за ним также уверенно. 42 на 8. Ну и куда открываться, когда давать передачи. В итоге очень много брака. Сейчас Комская тяжелый бросок с сопротивлением исполняет, но попадает. Трофимова. Скидка на Ямур. Отличная вновь передача на Мякшину. Та из угла. Просто... 45 на 20. 20 очков от Вашингтона за игру. Пока еще забил со средней Добронравова. А в ответ Гордыченко в раннем нападении забивает. 45-23. Кто бы мог подумать? Забивает. 45-23. Кто бы мог подумать? Плюс 22. У Мистикс Холмской сейчас включается. Забивает. Помешало этому броску. Гордыченко. В бей-беги у нас в четвертой четверти играют обе команды. Наконец-то попадает трёху из угла. Двухочковый 7 из 27, это 25%. Трёхи 3 из 21, это 14. Незамечательный, но не удалась сегодня игра совсем. Конечно, Вегас на голову сильнее смотрится. Пока Швецова там очки второго шанса забивает. Наконец-то попадает второй штрафной. Хорошую атаку разыграть. Не ударить в грязь лицом. 33 очка бы красиво. Хотя бы смотрела Швецова аккуратненько. Со средней попадает. Да, 33 есть. Второй попадает. И это 52. 33. Еще одна атака у Вашингтона будет.